Сейчас мы запилим музычку, пусть она играет там где-то сзади. Сзади, чтобы ее не видно было, но слышно. Невидимая музыка. Это что, скайфай, что-то не похоже. А что жрать-то охота? Ну, ты не жарила еду? А где мои вещи? Снимайте, ничего нельзя. Да я вынужден спать. Меня сейчас убило, что все вещи потерял. Это как? Гризл, что с тобой произошло? Снимайте вещи, не совесть. Заберем сумку. Раз, два. А где остальные вещи? А вот три, четыре. А что еще надо? Ботинки, куртка, штаны, перчи, голова. Где голова? Голова. Это рифер, да. Это, да? Да, рифер. Голова. Головач Лена. Лена головач. Хер какая-то мне нравится. Голова река. Ты не налил мне чай, да? Нет. Почему? Ты знаешь. Почему? Ты знаешь. Что почему? Да. Да, не налил. Светло. Просыпаюсь под текстурами и падаю вниз. А, Гризл, только у меня вчера то же самое было. Вот тоже самое. Я просто лечу по текстурами, нажимаю глайдер, и я долго по текстурами летал, минут 5 или 10, может быть. Ну, долго я там летал, ничего не мог сделать. Сквозь текстуры другие какие-то пролетал. В общем, что, я забыл. А это что? Спинозавр. Какие-то два спинозавра. Это кто? Что? Спаренные спинозавры. А, я спаривал это. Ну блин, хороший, знаю. Топовая скептика, пацаны. Ну у нас там 2 145, наверное. Фикус пошел в какую-то критику играть. Так, все, короче, выкинуть этих уродов отсюда. А я убила его. Арматуру. Я? Уродов этих лутинг надоели мне играть в какие-то пиханины. Где он? За мной идет, да? Где он делся? Все, ушел. Стой, я тебя еще не выкинул. Да, ушел. Сюда иди. Дверь открывается, он еще болтается. Пошли, уродец. Там смотри, альфа. Где? Правда? Да. О, качай иди, правда. Я думаю, чуть-чуть прокачала, а сейчас дойди, я альфача проведу, больно будет. А, тут спина лежит. А, это его, наверное. А как я прокачаю краба, если у меня краб отходит? Ты меня прокачал, краба и сошла? Краб отхватит. Иди, цветок. Да здесь, ну я не знаю. Вон про тот цветок. Ну да, в той стороне. А какого Лела? Да хер, нет уже ничего. Да я же тебе сказала, все в смайте было, Алёш. Ну, в смайте я еще не... Ну, 40, говорит, ну, 40. Пошли за мной, маленький крабик, пошли за мной. Yeah.
отстает. Сейчас мы крабика задолбим, задолбим крабика. Мы любим бить крабиков, они вкусные, полезные. Крабятинка, значит. Сильно бьет, да, сильно бьет. ХП просаживается, а цветочек меня не спасает. Он не хилит, ни хера мне цветочек. По-моему, не хилит, я что-то не вижу. Вообще, по идее, надо было его спиначом погрызть, 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 а потом просто добить его крабом. Это было бы нормально. Я его бы спиначом долго грыз. Я планировал его с пилом. Планировал его с пином. Он отталкивает. Не понимаю, я бью его. Приветствую, Леха, с добрым утром или как? О, Санчо, привет, Сань, здорово. Да, добрый день, наверное, у нас это денечек. Но я проснулся, да. Не знаю, что-то у меня тарка, башка болит. Не знаю, начинаю в арк играть или смотреть, у меня все еще. Спать. Сейчас посмотрим. Так, что-то больно мне. Что-то больно, надо походу бежать. В какую сторону бежать? В какую сторону бежать? Я не знаю, надо бежать. Чё ты? Пришёл и отжал у пацана краба, да? Крабика отжал. Пошли сюда. А чё, не отхиливает? Нет. А, да ладно. Интересно. У меня отхиливал. А мне нет. Спам. Ну все, крабик, пойди погуляй по своим там крабьим делам, а я скоро тебя позову, пойди. А это что за ящик? Да, что да. Такое? Еще две какие-то окна открываются. Альфа-краб, да это альфа-краб. Ему видно, что он альфа. Альфа страшный краб. Только что-то у меня побил вроде. Это петушок, и все здесь трется, что-то мешает мне. Пойдем я тебе сюда, короче, соберу. А, не, у меня здесь куча животных. Ой, у меня здесь куча животных на улице. Mm. А где у нас еще цветок есть? Он далеко, блядь, никак скакать. Yeah. Вам седло вернуть? Какое седло? Вот yeah, этого... Я на час свободу вам. Давай. Подожди, а это что за краб? Они оба, да? Шалово. Тут вообще не прокачивается. Бля, может ты отогришься? До этого я краба бил, я бью, он от меня убегает. А этот вообще убегать не хочет. Ты ему понравился. Ну а ты что, все конфеты сожрал? Да. Ну иди в магазин. Мне пофиг. Не, ну все, да. Что перебирать надо?
Гризл, а у тебя когда приручится спина? Спина, когда приручится твой? Отойди, куда ж ты его агришь, сейчас за тобой побежит. Ой, дурбается вам. Ну, сейчас побежит, начнет. Да не агрит, он иди сюда. Он маленький раньше, но ладно. Ага. процентов осталось. Ну давай мы, знаешь, как сделаем. Я, в общем, сейчас... добью, короче. Добью его, еще немножко побью крабика. Ты приручишь спину, я тебя возьму в клан, и мы вдвоем его убьем. Вот так сделаем, чтобы тебе опыт перепал, и меня опыт. А, нет, вроде. Крабик. Крабик. Видишь, я тут стучу. О, садился. Сейчас мы его побьем, в общем, немножко. Ну, главное, чтобы ребята с других трайбов такие не увидели халяву. О, скажут, халява, рак. Давай-ка рака сейчас нагнем. Раненого. Ага. Да, походу, за часы начал забрать. Че? Ну, о чем ты думаешь? Не, ну так я его убью. Я просто хочу, чтобы Гризл тоже опыт упал. А чем мне спина, чем говорит? Ну, в смысле. Ну, как же, специально. Под демедом. Нормально. Просто спина багает его. Ты когда в него врезаешься, он тебя не бьет, а ты его бьешь. Если он багает, откидывает. Атакает. Этот не успевает подойти. Так, ну хватит, короче. Сейчас я его, в общем, спрячу здесь. Вот так. Ага, что, не можешь? А, блин, там этот стега. Пошел отстрелить. Били два стега. И выкидывал. Пока я добегу до стега, сейчас стега умрет. Бедный стега. Как бы крабы. Падла! О, он не стал есть. Он забрился. Перелет. Ну ёпрсете. На стега. Это почти раз есть. О, вот так же бьют. Не жрёт. Моё. В общем, Гризл, чё, приручай, и сейчас мы его вдвоем убьем, если я возьму клан, чтобы нам обоим опыт упал. Он уже час лежит. А ты же на баранине? Или как?
50. Вот она не может ничего. На баранине? Ты на баранине его томишь или как? Жареным? Да не жареным, алё, ну ты чё? Жареным барашком. Вот это ты дурак. Вот это ты дурак, Анатолий. Лучше бы ты его праймом томил, чем жареным бараном. Пойди ему сырого. Ну он сейчас, он еще час подлежит. Он будет в два раза больше у тебя лежать, чем нужно. Его надо сырым. Кто же жареным это делает? А где я возьму? Ну, у нас нет. В смысле? Замочи. Замочи. Найти надо. Вот. Через речку, по-моему. Разница с сырым в 4 уровня. Так, дело не в уровне, а в твоем времени. Если у тебя кайф больше, то будет больше. Просто по времени ты больше сидишь. На прайме 69 минут, на паране 48, а на жареной час 30. Ну я говорю, лучше бы ты на прайме приручал, на прайме быстрее. Да. Жареный баран — это для собачек. Для собачек лучше это, чем сырой. А вот, блин, на спину это не работает. Спина больше любит сырую, чем жареную. Он сначала любит сырую баранину, потом сырой прайм. А потом уже где-то жареную баранину. В общем, ты чуть-чуть потерял эффективность и еще и время свое потерял. Там даже он любит сырую рыбу. За праймом. Баранина на 5-м месте получается. Жареная. У меня вчера 80 кусков сырой оставалось. Ну ты ее пожарил, понятно. Ну лучше бы сегодня ты еще поискал. Вот здесь куча барана. Вот где я сейчас бегаю на той стороне. В принципе, ну не то чтобы куча, но они здесь водятся. Мне когда надо барану, я иду сюда. Скуби-дуби-ду. Скуби-дуби-ду. О, надо собачку назвать Скуби-дуби-ду. Хорошо. Запомнила? Замочил тебя баран? Нет. А зачем баран? Так. Ну-ка возьми. Ты не можешь, да? Сейчас я возьму трэп, принять фастфуд. А чем надо? Ой, такой нубас тоже сейчас тебе посливает там всех. Только тебе надо сделать обязательно принять, объединить. Да. А, нормально, да? Ну я надеюсь, объединил. Вроде объединил. Объединил. А то я знаю, они что-то принимают, а потом без построек остаются. Ой, что случилось? Я как? У меня я не могу домой попасть. Что случилось? Я не понимаю, что. Админ, помоги. Мы бы что-то сделали, и трайпы, и в общем, я без дома теперь. И без дома, без животных людей остаются. Почему, я не понимаю. Но зачем они так нажимают кнопки, в них попасть? Так. Пойдем позырим, что там у него приручился, или этот вонючка маленький. Сколько ему там по времени надо? О, ты чё, 40%? В смысле 40? Он же сказал... Он сказал 20, а там еще... 20% осталось, если... Да, обманул. А обманщик? Обманщик. 68%. Ну, крабик вроде ходит, но пока никуда не уходит. Крабик уходит по своим крабьим делам. Вот это что такое? Да это с его... Фрейв. Какой-то фрейв тут. Заначку сделал фрейв. Так, пойдем посмотрим, у меня там вещи где-то были. Где-то были вещи.
Вообще надо полазить по всем зверям. Тебя чё? Арбалетки, да постройки, стрелы, тролливали. Ну понятно, мы здесь тебя домой заберем. У тебя что есть? Ух, яйца. Кстати, 6 левов у тебя. Ага. Это уж какая-то херня. Что говорите с майки? Что там с майки у нас есть? Шмотки, лупа есть. Заберем лупу, уже здесь оставим. Там-то ее не проблема с тобой. Ладно, давай так оставим. Здесь что? Ну блин, придется отсюда зеленые кристаллы туда забирать. У нас там зеленые напряжены. И уже перегружены. Почему? Почему и перегружены? Это что, Skyfire играет? Какая-то херня играет. Меняю музыку на другую, что-то мне не нравится. Skyfire Future Music. Когда хер играет. Fashion lifestyle. Feel good. Send gentle light. Relaxation. Military. Так, посмотрим, что за military. Military значит военное что-то. А где там фляжка, что-нибудь такое, не знаете? Фляжка. Ну вот фляжка. Что мне еще надо? Арбаль. А, вот надо забрать рецепт арбаля. Рецепт у нас один хороший. Рецепт винтовки зеленой, нифига себе. Говорят, лучше каньона дрейков нельзя строить что-либо. Ну это хорошо, они придумали. Сложно, значит, усложнили все. Херня, в общем, здесь что? Ну, в общем-то, все. Это все, что мы можем забрать. Че, подождем, пока приручит, значит. Подождем. Твою мать, подождем. 79. Вот теперь 20% осталось. Пойдем посмотрим, как дела у нашего маленького края. Маленький-маленький крабик, как ты себя там чувствуешь сегодня? О, я пойду эти пособираю семена. А где мой краб другой? Ты где его дел? Я на тебе приехал. Крабик гуляет, там что-то топает. Топ-топ, говорит. Вот здесь пособираем сейчас семянцы пособираем.
Убей Альфу, он не тяжелый. Спасибо, брат, я его сейчас убью. Как скажешь, в общем. Все для вас. Мы просто ждем, пока спина приручится, чтобы вдвоем получить опыт побольше. Кроме того, этого краба я уже ранил, я его побил. В общем, он там уже раненый ходит. Я просто жду, пока он... Видишь, он раненый. Я бы особо не боялся нападать на раненого краба. Но нам надо подождать пока... Ой, а чё я ушёл-то? Я вообще пошёл семечки собирать. А ты дала семечки, нет? Где семки? Что-то ты меня заболтал, слушай. Я пришел семки собирать. Пойди краба убей. Ну, блин, я что-то забыл уже про семки. О, добавили смайл. Какой? Все. Уже? Да. Ура, нам смайлы добавили. Ты знаешь, что этот цветок Z еще и подхиливает живку? Конечно, знаю. А у меня нету. Ничего не добавили. У меня только этот есть. Нет, ты чего обманываешь меня? Конечно, я знаю. Че, он плевал, не плевал, я свернулся просто. Где? Семечко где? Вот, смотри, за 8 баксов и за 20 баксов я могу подписаться и получить смайл. Ага. Картинка висит на стриме, о, отпустила, так. Ту-ру-ту-ту-ту-ту, плевайся, плевайся, давай тебе здесь помогу, так, давай, не хочет, давай, давай, не хочет, ну ладно, подожди. А что это за иконка, Людок? А это сервак с модами, и здесь есть, в общем, такой, такая тема, как рюкзак. Рюкзак крафтится, ну, на разных левелах разные рюкзаки. Ну, типа, у меня топовый рюкзак увеличивает вместимость твоего багажа в 2 раза. То есть, грубо говоря, у тебя веса... У меня 210, а сейчас показывается 420. Вот если я сниму рюкзак, 210, а с рюкзаком 420. Ну вот такая вот херня. Прикольно, ну да, прикольно. Ну, я не очень люблю серваки с модами, но этот мод такой маленький, знаешь, такой полезненький. Тут еще есть мода S+, если знаешь, это большой такой мод S+. Вот S+, я не люблю. Еще здесь есть мод на урон. Ну, я вижу, сколько меня бьют и сколько я бью. Мне это тоже нравится, что ты в цифрах понимаешь, что почем наносишь урона и сколько тебе пролетает. Ну, вот. И что-то еще здесь какой-то модик есть. Ну, тоже какой-то небольшой, незначительный еще что-то есть. Ну, X3 здесь, ну, такой сервак, X3. X3 тайминг, X3, а, стаки, точно, Гризл стаки, говорит. Мод на стаки, стаки здесь не такие, не по 5000 стаки, там, не по 100 тысяч стаки. Ну, стаки такие средние, умеренные, в общем, мясо по 100 стакается. Классика мясо по 20, а здесь по 100. Я просто знаю, где серваки, где мясо стакается, там, ну, тысячами. Не очень правильно это. Много дней серверу. 150 дней что-то такое. 150
Как-то посмотреть, не знаю. Или 150, или 170. 170. Нет, 150. У Римаса 170 дней. Да тут X5 получается стак. Баранина одна, а так 5. X5. Ну да, стаки X5. Римасу 170 дней, а этому 150 дней. Что-то такое. Давай, давай. Гризл, ну что там, Гризл, у тебя спина встал, не встал, что там происходит, расскажи. О, семечко. Пока Гризл приручает там этого, на я тут семечки собираю, семечки полезные. 152, вот он. Вот Гризл все знает. У меня на локалке 10 тысяч мяса, ну я вот такие серваки не люблю. Ну типа ты в один стак засунул все мясо, и у тебя кормушка будет год это мясо тратить. Вот чё-чё, S+, я не люблю. S+, вообще для ленивых. S+, уж слишком облегчает здесь все. Ну ладно, есть он и есть, будем им пользоваться. Один кусок остался. Окей, давай, приползай сюда. Где она? Вот это дома, который? У него 600 стамин. Ну, не знаю, какая-то. Ой, что-то крабик подошел. Крабик что-то в упор подошел. Локалка у меня для фана. Дина, миллионных уровней. Да, и локалка неинтересна. А локалки можно сделать, что хочешь. Да, но с S+ играю с самого первого дня появления мода. Ну, видишь, кому что, мне не нравится. Кто-то в арк играл, играл, задротил, и говорит, вот это говно, я хочу, чтобы было так. И, в общем, ребята сели и придумали этот мод S+. А, в общем, они ленивые жопы. Ну, не поленились, сделали вот эту прогу, которая вот, все будет облегчать. И вот это все большое обновление, которое есть, они же... А целая работа целой команды, в общем. Четкий мод. Вот этого человека забаньте, пожалуйста, мне в чате. Что ты там базаришь мне? Четкий мод. Мод говно. Говно мод. Да, но еще его допиливали порядка 2-3 пих. Ну, это понятно, что там что-то не доделали, там не доделали. Ну, я думаю, там не прям профессионалы работали. Я думаю, там все-таки ребята такие работали. Полу-полу. Ну, в общем, полу-полу. Вот и доделывали, сколько могли. А что, я тут семечек набрал уже, кстати, немало. 6 семечек. Это можно еще пару-тройку кого-то приручить, там, маленьких уродцев. Я буду выращивать Дрейка без няньки там, где нету S+ модов. Вот, с удовольствием на тех серверках я буду что-то выращивать. Ну, если здесь есть, почему я должен не пользоваться S+? Все, значит, ребята на сервере пользуются S+, а ты такой, я противник S+, и им не буду пользоваться. Если противник S+, тогда не играй на серверке с S+. Если есть, надо пользоваться. Вы уже по яйца ходили. По яйцам мы ходили 2 раза, но так и не доходили. Так куда надо. Потеряли 2 крабов больших. О, пошли. Гризл наконец-то там справился. Ну, в общем, пошли крабика пить. Мяу. Ну, видишь, реально даже не бьет. Он его кусает, а это подойти не нужно. Mm-hmm.
посмотрим, там сумка есть у нас. Сумка есть. А, у меня нет света. Нет сумки. Да, наверное, залутал гриза. А, может быть. Спина. Ну что там полезное что-то было? Ни разу в крабе ничего не видел, интересно. Ну понятно, но это уже говно. Просто интересно, почему не выпадают там синие арбалетики, что-то синенькое такое. И зелененькое. В общем, что, мы что-то апнули. 21 левел упало. О, а спина сколько упали? Давай посмотрим. А спина 34. 21 краба упало и 34 спина. Нормально так. Покачали крабиков, хорошо. Да что такое, у меня окно открывается. Я закрою его нормально. Ну закрой, встань и закрой. Нормально. Ну и все, не разговаривай. Да что такое, говорю, это из-за тебя. Да, ты же открываешь все время эти окна, вонючие фашивые. Ты открываешь, я должен закрывать. Чего это? Да. А в общем, крабика мы домой забираем. Кого мы еще домой забираем? Свич туманного. Так. Этого крабика тоже домой заберем. А собаку надо вот эту домой забрать. Оп. Подожди, у него 182. А какого хера у него 182? У нас дома есть побольше собак. Это, по-моему, не та собака. Крот, ну какого хера ты здесь стоишь? Уйди. Просто тварь это крот, а не крот. Я не понимаю. Лампадок маленький. 29, это точно не сот. Иди сюда, крыса. Не, ну это жесть. Ну, какого хера ты здесь стоишь? Она забаглась, все, она ничего не видит. Это Таня. Чего ты своего сейчас Карно Таня трогала? Вот Карно, вот здесь, зачем он здесь стоит? Вот зачем этот Карно построил? Козуля. 49. Ты, значит. 8 левелов. А, вот это сотый, да, таймер выключен. Выключено, включено. Включено. 5 тутег лайк. А, это он тратить стал. Мы его возьмем пока сейчас. Я подумаю, что еще нам надо взять. Да я уже из хаты не могу выйти из этого крота. Заберу вот эту собаку. Блин. Нам нужно 300 нефти, чтобы поставить кибовар. Да, она дорогая. А зачем на кибовар? А, нет, подожди. Кого-то я хотел взять другого. Краску можно и так сварить. Так, вот этот, значит, нам не нужен, да, опустошитель? Мы его дома оставим. Ой, он под меня упал. Сладишь мне просто так? Нет, здесь. Ты чё, сел? Ладно, сел. А чё так сильно-то полетел?
Так. Мяу. А. За спайл. Смайлик, я хочу посмотреть, как он выглядит. Да нет смайлов, говорю. Тимбер, привет. Куда моего пса? В чате. А, это твой пес. Я думал, это мой пес. Откуда я знал? Там же по на них не написано, чей пес. В чате нет у меня смайлов твоих. Нет. Вот он. Только этот. Ну, блин, обнови. Каналы. Почему? Не знаю. А я уже могу подписаться. Да это не нужно, не надо мне. Это откуда вообще не знаю. Пикачу есть. Ну что, да я не про эти просил. Я понял. Но почему тогда я могу подписаться с новыми смайлами? Смотри. Больше опций. Не это еще, здесь заблокировано. Еще их не утвердили. Два спина уже. Че два спина уже? Че два спина уже? Уже два спина. Так. Это кто? Че за краб? О, это маленький краб. Ты понесешь собачку. Ту-т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 у
он без седла. Или подожди, нам же один спин. Это вот это. Вот это же сильно. Мяу, где хороший спин? Вот этот? С седлом, правильно? Тебе без седла. Я понятия не имею, где хороший спин. Он тебя назван. Да, тебя как зовут? Спинач. А что-то разве он такой красный был? Мне казалось, он зеленый. С первым красным. Какой-то он не тот. Ну там было один раз спин проснулся уже. Чё? О, это что такое? Аберрантный Карнотавр отложил 2 яйца. Хера себе. Не знаю, на кой хер нам нужны яйца Карно, но пусть лежат. Яйца лишними не будут. Так, друзья мои, пойдемте все за мной. Раз, два, три, четыре, пять и крот. И крот. Привет, Татьяна, у тебя нет желания что-то во что-то поиграть? Нет, ну я не Татьяна. Кто пишет? Да не знаю. А, что пишет? Поиграть хочет, ну что-то там. О, спина дебил, как ты, куда он скачет? О. Так, все, отвалите. Так, черепаха вроде дошла, все зашли. Все зашли, все нормально. Отключить свитч туману. Так, значит, здесь мы справились, там справились. И в общем, что, мне два этих, один спина. Все? Это все? Может, что-нибудь, кого-нибудь еще забрать? Или пока мы здесь, может, накосить зеленых этих кристаллов?
Никак. Выдра, ты не сдох еще? Выдра. Кого еще забрать-то можно? Можно забрать с собой мегалозавра. Нужен нам мегалозавр? А вроде не нужен. Нахер он там нужен? Это кристаллы. Это сюда и так залез. Стрелы. Ну, в общем, да чё, поехали тогда домой. Не, пойду курить сначала. Пойду курну, поедем домой. Морковка растет. Какая-то проснулась, она показатели ХП было больше и показатель атаки на 30%. Какая-то проснулась кто? Паучиха? Ну а посмотрим. Ну вау. И что, ты никак ее не отметил? 221. 14 тысяч хп, 334, 221, а этот 256, ну уже сложно сказать. Ну уже да. 221 это на 30 левов больше, ну как же. Ну вроде она хорошая. Да. У нее уже 20 хп. Ну одна дольше 8 тысяч хп, а другой 10. Да, да. Так, поеду я, наверное, на чем? На спина. Пойдемте, крабики, пойдемте. Даже спину левел получил. Этого спина качает только в ХП. Потому что у него дамага нормально. По 250 он говорит. Хотя можно до 300 догнать там. Да по-моему 250 нормально так.
Пошлите, кораблики мои, пошлите. Единственная херня, я тут собак вел. Собаки вовсю врезались, и тяжело было идти. Все время они врезаются и врезаются. Ты должен за ними возвращаться. А крабы еще больше, по-моему, будут врезаться. Хотя вроде не ползучие. А, еще прикол в том, что вроде никто на них не агрит. А, будут на собаку агриться. Собаку еще. Будут бежать и атаковать собаку. Вот, перекусили немножко и пойдем дальше. Полностью спина переполнена. Вроде не так много у меня говна всякого. Но есть, да, немножко. Не, как-то реально спина переполнена. Что здесь тяжелое? Другое окно открыл. Форточку. Не понял. Ой, а с кем они там дерутся? Крабы тупые. Пока я там что-то смотрел. Один там дерется, другой здесь. Да не, что за музыка? Это капец какой-то, я не могу добавить. Хоррор, ну давайте хоррор попробую. На, все. Всем привет. Привет. Да что такое? Привет. Привет на 100 лет. Побежали. Блин, я только-только вышел. Мы нам еще бродить здесь по лесу капец долго. Еще надо будет найти дорогу наверх, потому что краб-то прыгает, а спина не прыгает, поэтому хер его знает, где там эта дорога. И я там все время начинаю блуждать. Кто там напал?
Еще один мегалозаврик. Надо их сразу всех почикать, они будут агриться на мою собачку. И вон уже змея даже согрелась. Ой, собаки откуда взялись? Еще один дрейк, да что-то капец приключений на жопу. А, это дрейк забаганный был, можно было его не убивать. Раки все за мной. Все ты наши. Все от меня ушли. А где раки? И раки от меня ушли. В чем прикол-то? Все-таки рядом стояли и куда-нибудь. Где они тут? Да что за херня? А? Задувает окно. Глупо это ты. Ну что не можешь закрыть старт там в окно? А при чем здесь то окно, если оно закрыто? Открылось-то твое. Я глупый, потому что у нее окно. А я при чем ты? Не понимаю ничего. Так, куда делись мои крабы, я не понял. Вот я с ними сюда пошел. А, вон они внизу дерутся. Я ничего не понял. Просрал краба. Они тупые. Они сейчас внизу дерутся. За мной. А где второй краб? Вот он сейчас собаку вот этот дебил. Тут он собак. Если она еще не утонула. Да что такое? Да что такое? Угадай всю фразу. Где крабы? Да что они, наверное, не будут выгрызать. Вот не до этого прыгали. Все сюда, короче, краб, сюда иди. Thank you.
Пойдет с собакой. А, у собаки дофига жить. Воды. Ну что-то он там долго под водой просидел с собакой. О, прыгнул. Вот сейчас он прыгнул. Да ты достала меня на туре. Сам на окно еще раз мне скажешь открыть, я тебя на туре выкину. Да сейчас утонет собака, смотри. А я причем? Ни при чем. Из-за этого окна сына. Из-за твоего окна. А кто виноват? Ну а кто виноват? Ты виноват. Ты мне 500 раз говоришь, открой окно, я не могу дышать. И че? Все, теперь у меня краб забыл. Все, утонул. Говорю, сейчас собака утонет. Ну а я при чем? Ни при чем. Ты бы ее никак не спас. Как не спас? Так бы прыгнул просто один разик, она бы воздух не была. Она вообще не на этом краю была. На этом? Вот на которого я все. Да, молодец. С самого бы начала закрыл бак, но ничего бы этого не было. Ничего не было, собак. Седло забери. А чё мне седло? А чё мне седло? Не седло надо леса переводить. Не могу седло скрафтить. Нет, не могу. Сто дерева стоит. Все, иди домой за собакой. За новой. Да сейчас. Краб наркоман пусти. Стрелы битым дерутся, вы чё? Ты чё, Вася, не видишь, там бьют крова. Причем этот его бьет, а тот его не. Твою сестру там бьют, посмотри, сзади пристроился мудак, и бьет ее в жопу. Это левел где-то на горизонте. Мы что-то увидели. Значит, у нас здесь что-то засветили. Глазки желтые. Что спиной тяжело ходить ему? Ничего не понимаю, что ему. А, по 20 килограмм стрел один застрял. Краба нашли, краба нашли. Что-то я вылетел с рывка.
Так, краб застрял. Убили собаку, утонула собака. Дождик, а снег будет. Убили. Убили. Убила. Собаку. Убила. Падла. Собаку. Ну, собаку звали Муму, ей так надо. Я Тане говорю, Таня, закрой окно, и начал утонуть собака. В общем, собака утонула. Да, всё, так она и все, Таня виновата. Я ее предупреждал. Вы все слышали? Я бы собаку не слышал. Что? Всех собак приручала я. Да если бы я не приручил собак, ты бы вообще никого не смогла приручить. Ты пешком бы дохла и дохла. А это куда дорога ведет? Я что-то просто не в ту сторону мне идти, но я просто хочу посмотреть. Буду? Да. Хоррор. Мы как будто в ужастике играем. Музыка из ужастика. Могу ли это наверх где-нибудь пройти? По-моему, не могу. Херово. Нету здесь, да, нигде подъема наверх. А ты сделал на ключе все это? Нет. Стой, собака, побежала собака. Не, нету здесь прохода. Пойдем в обратную сторону, ребята. Давайте сломаем Сусанину ногу. Постойте, кажись, я вспомнил дорогу. Беги, беги, мальчик. Короче, не знаю, здесь подъем наверх. Надо будет как-то держаться левой-левой стороны и смотреть в оба, чтобы не проворонить какой-то подъемчик наверх. Вот это что такое? Василиск? Да. А что он не вылазит? Адрес раскинул. Дурак, что ли? Надо скриншоты пилить. Сейчас я выйду со спины. Буду пилить скриншот. Такой, что на спину подходишь и раскидываешь яйца? Не, на крабе. Со спины на линии, да? А, можно? Почему не? А, у спины мало веса. Спина мало веса, а в крабе до хера веса, что подходишь так в упор, он вылазит из своей ног. И хавает. Ну, надо смотри, что я могу сделать. Что? Два экрана, видишь? Mm. Круто! Я могу тебя смотреть. И копать так. Жилу. Да.
Мистер Дрейк. Тимбер в дотку пошел. Я бы тоже в дотку поиграл. Гав-гав. Гав-гав. Кто здесь? Собака, кто здесь? Крабики все за мной идут, молодцы. Эйфория, левел 51. Вчера уснула, как блин. Я думаю, что-то дофига, думаю, на восьмом месте была чистота. Уснула. От халявщики. Тупая собака, хер ты в меня врезаешься? Не пойму, музон есть? Да? Странный музон. Как будто его нет. Так что-то мы не там, крабы. Что-то нас обманули. Мы в прошлый раз здесь на крабе запрыгивали, а как теперь на спину здесь прыгать, я что-то не пойму. Ну как-то же я провел спиноча давно. Thank you.
Краб тупо встал, короче. Так не заблочил. Ты чё, Вася? Дай пройти мне. Вот и шаг карабахский, козёл, падла, натуре. Что такое ранен? Пол хп нет у краба. Ладно, короче, буду как-то обходить, как бы. А, Нимбус, я напомню. Козуля, подожди, я ударил тут. 65-я. Ну, раненый имел. Красиво, как ты любишь, но... Где у вас там песик убил? Да Таня убила эту песика. Да ты-то ты убил. Это все Таня. Да куда? Здесь тупик. Эти дебилы меня сейчас заблочат. Подождите, не заходите, и дайте выйти. Я песика нес в крабе. Вон в краб вот так вот шел сзади, и вот песик утонул под водой.
Такое ощущение, что я что-то вообще не там. Я где-то здесь живу, но что-то не там. Ну да, мы уже пришли до этого. Вон твой есть накрылся здесь. А как мне туда попасть на спиноче? Я ж туда как-то попал до этого. Я ничего не понял. Мяу. Как нам туда попасть? Не понимаю, как спиноча домой привезти. Я знаю, как туда на крабах попасть, там запрыгнуть. А на спину. Да что вы так с Муму? Это я тоже уже пошутил про Муму. Не, нихера не понимаю, как мне домой попасть. Козу чуть не задавил. Ну я вон там живу наверху. Ну как мне туда попасть? Как туда наверх залезть-то, ёпарасоте? Первый 115 анкила, которого я нашел. Это самый большой анкила, которого я видел. Ну вот здесь вот мне на крабе надо наверх как-то запрыгнуть. И все, и ты дома. А что на спину мне делать? Как же я спину домой привел-то? Непонятно мне. Может как-то можно здесь залезть? Как-то так вот. Можно. Никак нельзя здесь залезть. Что делать, я не понимаю.
открытый водопад. Ой, раки заблудились. Ну, здесь уже точно не будет подъема, иди, что-то ничего не понимаю. Ой, Василиск врезался. Пятый. Ну кого-то напал Василиск. О, два Василиска. 75-й и 5-й. Ну, это мама и сыночка. Ай, а, ну да, два. Василиски напали на анкилочек. А, вот обход, блин. Так, немного я теперь стал разбираться больше в этой игре, в этой карте. Теперь я знаю, что к моему дому ведет только одна дорога, и она здесь.
хера ты стоишь так? Теперь-то я понял, какая дорога ко мне домой идет. Ну слушай, эти звери просто под ногами путаются специально. Потерял раков. Так, один краб, а где второй? А чё так темно стало, нихера не видно второго рака. Что произошло? Что-то я такого не помню, ты что такое зовут? Вот это крутая тема. А, я тут был как-то один раз. Пока искал, где я живу. Нем сейчас забагался, не может залезть. Я упал на спину.
этого рода забагали. Ни черта не пойму, где я нахер есть. Надо будет полазить по этой оранжевой локации и поразбираться, чё здесь к чему, ни хера не пойму. Она большая, эта локация, я думал, это поменьше, я думал, она коридорчик может, она обширная, влево, вправо, вверх и вниз. Так что здесь куча места для построек. Блин, змея напала на крота, в итоге она попала еще почему-то АОЕ своим заклинанием в крабу. Теперь давайте все вместе мочиться. Это кто вообще? Чё? Кто это крот? Понятно. Что говорят? Откройте, пожалуйста, 71-я, ключи-то был дома. По-моему, у него нет ключей. Он уже звонил? Ну, по-моему, приходил какой-то чувак. Извините, я ключи дома забыл. По-моему, у него нету домофона. Просрал домофон, может, разрядился. Наверное, разрядился. Thank you.
нашу квартиру. Да, чего-то нету. А? Как можно вот угадать? Какую по мне позвонить? Сейчас я прикину. Вот именно в эту буду звонить. Я не понимаю, как они так. Он просто... Это, наверное... Он каждый раз не прибавляет плюс один в квартире. Это просто уже второй год. Вчера я сюда звонил, да? Ну что вы, крабики, застряли опять? Ну как так-то? Один глупее другого, один здесь забагался, другой там. Уже кормушка действует.
Прилечи Бариониса. А на кой хер он мне нужен? Что я буду с ним делать? Что мне даст Барионикс-то? Плавать. О, да здесь же море большое, я сейчас буду плавать на нем. Спина офигенно плавает, если что. Уж во всяком случае быстрее, чем ходит. Борю не все так приручить, чтобы было. Насчет того нужен. А, это все 45-й? Че ты мел молчишь, это 145? Ну давай, Артур, привет. Да. Угу, хорошо. Ну, если что, да, это. Ага, хорошо. Угу. Что-то хотят. Работает? Кто никто, мяу. Чё? Ничего. Никто не звонил, да. Ой, сейчас получишь. А здесь что лежит?
говно всякого. Ой, надо, короче, еще шкафы делать, вот никак этим заниматься.
Thank you.
Thank you.
Да, седло сломалось в крышу. Thank you.
тут. Нет. Ты пушку просрал, иди за пушку. Пушка там стоит. Ну иди, брать. Давай. Thank you.
Так. Дома я убрался. Я молодец. Железа у нас нет. Но, говорит, нет ресурсов. Еще не хватает. А, кристалл нужен. Но. А. Надо ее пилить на ютубе реакцию на клип Ларина. Прошу. Ты знаешь, что такое Ларин? Нет. Ты Валин. Сейчас вот хайп пошел на этот клип. Надо пилить. Окей. А песня хайповая, это говорит. Блин, вот здесь есть кристаллы. Где-то были кристаллы, а где я не помню. Где-то же были кристаллы, я просто не помню где. Круто.
пол. Все. Да смотри на камень. Надо ковзилой смотреть на камень, который ты бьёшь. Не убивай, не убивай. Нет. Это текстурные камни? Да не. Прям чувак, когда перезагружается, у него такая дрочь иногда происходит. Иногда. Иногда происходит, иногда не происходит. Хозя. Смотри на камень. Ты можешь смотреть? Я везде смотрю, все не видно. Ты вертишь башкой своей. Я тебе говорю, это работает. Что работает? Смотреть на камень. Куда смотреть? Ну да, чтобы камень был в середине точки экрана. Не знаю, до этого он нормально рубил. И сейчас, что вдруг произошло? Почему он сейчас этот рубил? Кстати, на удивление, качество 768. Да это тебя, походу, человек. ХЗ, короче, что там с этим качеством, очень странно. На часах 23, я на шагах 30. Да ты тут шаманишь что? На часах 30 и на часах 30. Ой, вот бы вы мне второй комп, я посадила на лайнер. Бля, и это как мне принесло 1000 подписчиков. Ну запили её, Борис. Не, ты не мешаешь. Я мешаю, это они жить, по-моему. Это еще нормально. Ты зачем это сделал? Что это? Вот это. Хочешь? Черт возьми! Откуда у меня шоколадный пик? Это не шоколад. Немлес, уроды, а. Да стой, таракан. Это не тот таракан.
Нет. Теперь, когда эта крыса развернулась. Да нет, не эти ягоды. Это не тот, здесь же 95-й. 95-й сдохло. Подохла скотина. Жалко. Обычный кристалл, а мне бы синий. Анкила, руби кристаллы. Интересно, он рубит кристалл? Не, у меня не прибавляется этот. О, это как-то большой. Да нет, вроде небольшой. Я вот за синими кристаллами иду. Ну вот они, кстати, и растут.
Левры еще. Алло, Вася. Ой, кривожоп какой-то, я не понимаю. Херня он еще. Все посрубал. Железо, камень, тут еще просто какая-то дрожь была. Вот здесь пару газосборников можно поставить недалеко от дома, чтобы не пускать.
Пару газосборников. Не знаю, зачем в таком количестве газ. Ну, так, если вдруг срочно надо, он херак у тебя всегда есть. В принципе, неплохой вариант. А ваши синие кристаллы делал, зачем я эти? Что там? Ой, 8 волокна принес добытчик, просто добытчик. Я что, семечку сожрал? Охеренно. Охеренно, что могу сказать? Сожрал семечку. Тут что-нибудь осталось? Просто кристаллы остались. Здесь. А здесь только синие.